Hello, greetings from Far Eastern Federal University. In today's episode, we would like to tell you about a special place that is familiar to almost all the foreign students of our university. This is the Center for Russian Language and Culture. Here starts the exciting journey to the world of Russia and the first step to say your first Russian word and to learn the first cultural fact about Russia. The Center for Russian Language and Culture continues the traditions laid down by the Russian School of Far Eastern State University, founded in 1989. In 2019, the center celebrated 30 years of teaching Russian as a foreign language. Over the years of work, more than 5,000 students from a great variety of countries got acquainted with the Russian culture and learned to speak Russian. Among them are students, undergraduates and teachers of foreign universities, businessmen, employees of companies and diplomatic corps in Russia and abroad. Если вы решили изучать русский язык или получить образование на русском языке, то Центр русского языка и культуры – это то место, где вас ждут и где вам помогут осуществить ваши планы. Русский язык у нас можно изучать на краткосрочных курсах, и вы можете учиться от 1 месяца до 10 месяцев в любое удобное для вас время. Но если вы решили поступить на программы основные, получить высшее образование или профессию в одном из российских университетов, то мы приглашаем вас на подготовительное отделение для иностранных граждан. Здесь вы можете пройти подготовку по русскому языку и предметам, основным предметам, которые вы затем будете изучать в университете, по гуманитарным, медико-биологическим, техническим и экономическим специальностям. We asked several students to share their experience and purposes of studying the Russian language and learned about their plans for future academic expectations. Здравствуйте, меня зовут Майте, я из Эквадора. Я приехала здесь, потому что я хочу изучать язык и поступить в университет ДВФУ. И я хочу изучать биологию. Я люблю изучать животные или люди, тело. Я хочу работать здесь. Меня зовут Джан Цзинбо. Я приехал из Китая. Мне нравится изучать иностранный язык, и мои родители работают во Владивостоке, и я думаю, я могу помогать им. Может быть, я стану переводчиком. Я думаю, это хорошая работа для меня. Меня зовут Ким Соль, я приехала из Кореи. Мне очень нравится русский сериал, например, «Ирония судьбы». Раньше я изучала китайский язык и английский язык, поэтому я очень хочу русский язык еще. Меня зовут Гильермо, я из Эквадора. Я изучаю русский язык, потому что я люблю изучать иностранные языки, и тоже потому что я хочу поступить в университет. Я хотел бы изучать в ТВФУ медицину. Я решил переехать во Владивосток, потому что здесь погода хорошая и рядом с Японией и Кореей. Меня зовут Ким Зими, я приехала из КНДР, чтобы помочь папе в работе, потому что папа не очень хорошо говорит русский язык, поэтому я хочу помогать. Может быть, я стану переводчиком или еще здесь учится русский язык. Меня зовут Тао Юэньмин. Я приехал из Китая. Я люблю смотреть русские сериалы, читать русскую книгу. По-моему, я буду переводчиком и поступить на филологический факультет. Может быть, я буду работать в России. Join the Center for Russian Language and Culture to apply for academic programs taught in Russian and broaden your horizons.